За несколько часов рыбалки, вот это всего один мелкий жерешок, был еще пару поклевок и все. Вот, решил переехать на другое место и вот уперся просто в сетку, которая стоит вот, ну, вот переграживает практически полностью заход в канал. Вот. Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Сегодняшнее видео Геннадия о том, как он повел себя, увидев браконьерскую сеть. Наперед скажу, я очень рад, что есть такие неравнодушные рыбаки, которым не все равно. Люди, которые хотят порядка в наших водоемах, люди, которые готовы сами наводить порядок в своей стране. Слышишь, а ну давай подумаем, как мы ее можем достать. Давай подумаем, как мы ее можем достать. Да, посмотри. Просто, блядь, перегородила весь вход, блядь, в канал. Я написал этому дяде Саше. Да, но он говорит, что они завтра сюда планируют. Блядь, да завтра ее тут уже снимут, блядь. Кто-то кого-то держит за ноги, а второй поплывет, блядь. Ну, сейчас я попробую, может, я доберусь до нее в сапогах. Чем я сильно сомневаюсь. Ну тут вот, тут идет вот мель вот до какого-то момента. Может, может я достану, блядь. А, тут, сука, иляка. Оп. Опа. И пошла, родная, блять, перчатки я тоже снял. Это... перчатки, блять. О, все, выдернул. Да. Жерех еще живой. Жерех. Так. Жерешок идет гулять. Да, мы две сейчас поймаем. Оп. Видимо, рано утром или перед рассветом его протрусили. Кого? О, рыбу? Это ж окунь пойман нечестно, поэтому надо его отпустить. Оп. Бля, уж все руки себе поколол бы этого окуня. Нати. Рака. А что вы будете с этим раком делать?
Дочка. Дочка обсасывает его, как я не знаю что. Дочка им засасывает. Не, ну понятно, но их же надо много. А когда их две штучки, что с ними делать? Сети, блядь, потому что у них лодки стоят. А? Да понятно. Кто тут еще будет сыпать сети, блядь? Как не эти местные, блядь, которые. Ну, это за кто взял? Самочки. Это да, икренная самочка. Это, блядь, может быть, сетка Фишмана. И там еще мотоцикл стоит на экране. Пускай стоит. Ой, блядь, гнусный человек. Ну, блядь, ну это надо вообще, это надо иметь совесть, понимаешь, перекрыть, блядь. Ладно, кинул бы вот так, вот если бы, ладно. Но перекрыть же канал. Перекрыл, блядь, канал. Сейчас рыба вся туда идет. И, понимаешь, и не боится же. Ну, то есть не утопил, не утопил ее там, не при ничего. Просто вот на виду кинул, блядь. А зачем? Просто вообще, конечно. Окунь-то по грамм 600-800. Этому уже, по-моему. Ну, конечно, тут ячейка. Ячейка такая, что тут все подряд, блядь, остается. Сколько такая сетка стоит, интересно? Не знаю, значит. Я очень надеюсь, что она не успела ему окупиться. Здрасте. Да-да. Думаешь, они пришли сюда сказать, что заебали браконьеры? Да, да, я тут то случай. Ага. Блин, а я сюда стоял повернутый. У меня камера сюда смотрела.
Их лица, наверное, на камере не видно будет. Не наверное, а точно, потому что я же только головой повернулся. Блин. Ну, блин, ну нет у меня опыта доставать рыбу с сетей, поэтому... Подожди, ее надо не выбросить, ее надо хорошенечко порезать или сжечь. Ну, сжечь у нас распаливача нет с собой. Ее сейчас надо прям именно так меленько, да, чтобы они, бля, заебались ее, если захотят. А вчера не было еще этой сетки? Не было. Ой, я же вижу, что она свежая. Ее, блин, утром так... сыпали. Говорят, позавчера ночью поставили, перекрыли полностью, а рано утром сняли. Ну как? А вот этого не было. Есть, вот что она стоит, видишь? Вчера вечером. Ну да, это она, скорее всего, уже туда идет, уходит, правильно? Да. Ну, блин, туда мы уже, конечно, не доберемся. Хорошо. Друзья, не бойтесь принимать удар на себя. Не бойтесь сделать неверный шаг. Один раз взяв ответственность на себя, вы поймете, что способны на большее. Не жди, что станет легче, проще или лучше. Не станет. Трудности будут всегда. Учись быть счастливым прямо сейчас. Иначе не успеешь. А прибавить немножко счастья можно только тогда, когда меняешься сам и меняешь мир вокруг себя. Друзья, вы были на YouTube-канале «Все для клёва». Всем удачи, всего хорошего. Встретимся на рыбалке. Пока.